6 общественных экологов получили удостоверение. Специалистов подготовили для сотрудничества со Средневолжским отделом Росрыболовства. Они прошли обязательный для общественных экологов курс, а также дополнительные занятия по охране биоресурсов Волги. Все они будут помогать специалистам отдела, что позволит усилить позицию по охране рыбного хозяйства. Это не работа, это, знаете, это все-таки состояние души. Значит, потому что люди все близкие к Волге, все переживают. Работа, конечно, больше будет составлять тем, что это вести разъяснительную работу с населением. И, конечно, это глаза и уши, все, что творится на Волге и за Волжье.